случай без спецэффекта. Я горжусь, что хожу с вами по одной земле. Плавятся в огне даже камни, бесятся спокойные реки. Держится все на спасителе и спасателе. Снова звонок на пульт, обычные будние дни. И почему герои именно они? Холодеет чуть-чуть ладонь в жаркую эту ночь. Но ты попробуй, шагни в огонь, если дома жена и дочь. По плечу постучит ладонь, слава богу, ты не один. Но ты попробуй, шагни в огонь, если дома жена и сын. Приходит с годами, но только к тем, кто выжил. Кого не обошла удача стороной. Парни, вы где-то с нами, я в огне вас бывает вижу. Тех, кому жизнь чужая дороже собственной. Нет своих, нет чужих, если пришла беда, и они вновь и вновь шагают в никуда. Холодеет чуть-чуть ладонь в жаркую эту ночь. Но ты попробуй, шагни в огонь, если дома жена и дочь. По плечу постучит ладонь, слава богу, ты не один. Но ты попробуй, шагни в огонь, если дома жена и сын. Каждый день где-то рядом с тобой, в воду, огонь или тьму, на службу уходит герой. Неизвестны никому. Чтобы не быть один на один с бедой, вот ответ на вопрос почему. На службу уходят герои. Неизвестны никому. Тяжело дышать, еще один шаг. Череп все время сползает. Господи, только бы не горняк. Хорошо, что мама не знает. Я смогу, я пробьюсь. Спасатели, это сила. Мама, я скоро вернусь. Ну, давай, тушила. Ну же, давай, тушила. Холодеет чуть-чуть ладонь в жаркую эту ночь. Но ты попробуешь, огни в огонь, если дома жена и дочь. Плечу постучит ладонь, слава богу, ты не один. Но ты попробуй, шагни в огонь.